Всем доброе утро. Приготовила себе вот такой завтрак. Все готовое на быструю руку. У меня сегодня много дел. Я хочу на рынок попасть. Вот такие вчера девочки покупала вкусняшки в Новусе. Понравились. Так, с утра одну можно. Всем привет! Распаковка с ярмарки на Ревуцкого. Девочки, мальчики, была на ярмарке с новой сумкой. Вот, и новую сумочку купила я. Опа, на колесиках, но потом я обзор покажу. И что я купила на ярмарке? Так, начинается. Синенькие на ярмарке по 45 гривен. Так, Вася, главный. Опа. Васенька, тут и тебе есть. Васька знает, что он пришел. Так. Ой, перец брала. Чеснок 120 килограмм. Так, перец брала. Ну, вот такой, девочки, обрезанный. По тоже по 20. Так он 40. Но я взяла по обрезке. Ой, какой не нравится Васе перец. Так. Ну и такой острый. Это я хочу сделать. Блюдо хорошее. Помидорчики там у меня есть. Петрушка. Вот такой пучок 15 гривен. Сейчас, сынок, дойдем до тебя. Помидорчики брала по 40 гривен, по 38. Некоторые, ну, такие вот, ну, небольшие. А вообще помидоры по 80 гривен у нас. Так, опа, и еще взяла. Вот такой большой пакет, опять помидоры, опять подавились, а капец. Подавлено сразу сок. Думаем, что там раздавилось. Так, и тут, что я взяла? Рыба. Вон что, Вася. Так, салаки взяла. И сразу же оставила. Сейчас, Васенька, сейчас тебе, мой дорогой. На, уже кушай. На. Ну, мама дорогая. Вася за рыбу мать родную продаст. Так. Потом купила вот такая, это хек, по 100 с чем-то, не помню, то ли, так, 100 или 100 с чем-то, 140, вот не помню, или 145. Так. Обрезь, ну, такая она, хорошая обрезь, по 400 гривен. Так, вот такой рыбки взяла. Хотелось, не знаю. Понравилась мне вот эта рыба. Не знаю, как называется, забыла. Вот такая рыба. Кто знает, пишите, как эта рыба называется. Первый раз увидела ее. Ну вот, и хочу попробовать. Так вот, наша камера. Хотим попробовать такую рыбку. Да, Вася? Что, уже нету? Вот она была и нету. Опять смотрит. Васенька. Да, опять. Капец. Вон он, артист. Давай, мама, давай камеру. Все, опять. Он так ждал. А понимаешь, человеческую речь. Так. Что еще? Опа. Так. А это я купила, эту, скумбрию.
тоже. Хочу посолить две штуки. Ну, крупная. Скумбрия. Скумбрия, хек, вот это. Обрись. А то девочки купила украинский продукт. Сало. Такая шкурочка тоненькая. По 100 с чем-то сало было. Не помню. Ну, там сало было и по 200. Так, а тут у меня помидоры мои подавились. Да еще и не сильно. О, сорт крепкие. Тоже брала по 40 гривен. Маленькие выбирала там. Так, и вот такой пучок. Вот такой на 20 гривен укроп вот этот. Петрушка 15, укроп за 20. Так, еще тут помидоры. Господи, три вида помидор. Перец, чеснок. Так, ну и все. Смотреть особо нечего, нести тяжело. И вот так, благодаря вот этой сумочке еще. Вот. Что-то она у меня слетала. А почему она у меня слетала? Потому что я ее неправильно одела. Вот надо одевать, чтобы вот это фиксировалось. А я так просто. Только ж купила, сегодня взяла, и все ж по-быстрому. Ой, ну ничего, ну хорошо. На колесиках. Так, вот, девочки, вот такая вот. Еще с ценой. Только взяла и сразу я ее это самое. Здесь вот она крепится липучкой. Надо же было ее вот так одеть. Вот так вот одеть. Вот, вот. Все. И она бы у тебя не спадала. Ну. А я первый раз без всякого. Вот это взяла так просто. Голова садовая, два уха называется. Взяла вот так просто. Прицепила и иду себе по рынку. Думаю, ничего, потом бах, уже нагрузилась. Она у меня раз упала, второй раз упала. Ну ладно. А ума не дошло, что ты ее, Света, неправильно одела. Ну, я уже, когда она у меня второй раз упала, я уже поняла, что я ее неправильно одела. Ну, ладно, думаю, я ее установила хорошо. Дома уже разберусь. Так что, такие вот покупочки у нас с Василием. Все, Вася три салаки съел и успокоился. Так что, девочки, спасибо всем за внимание. Спасибо, что смотрите. Кто остается со мной, спасибо всем. В дальнейшем я еще буду готовить помидорчики. У меня там рецептик есть. Хочу по-корейски помидорчики сделать. Ну, у меня там есть рецепт, но я еще хочу. Может, еще что-то поквашу, может, что-то придумаю. Ну, все. До встречи на моем канале. Пока-пока.